Детские танцы на территории семейного отдыха Канны. Организатором такого зажигательного мастер-класса стал фитнес-клуб «Пиранья Клаб». Именно с их легкой подачи горожане пустились в пляс. На сцене представитель Марокко. Он знает об этих танцевальных направлениях все. А у нас есть представитель жаркого Марокко, это Абду. Абду, расскажи про наш мастер-класс. Ну, как сказать, что будет там разные танцы и разные еще музыка. Африканский, арабский, французский. Что это не будет, что как просто зомба, там будет много еще танцев. И мы хотим, что это будет это первый раз и не последний раз здесь. Мы надеемся, что понравится, что мы сюда приедем еще с новыми мастер-классами. Участником мог стать абсолютно любой человек, от мала до велика, независимо от танцевальной подготовки. Ведь инструкторы буквально вели за собой, показывали движение доступно и легко. Стала участником компании «Пиранья Клуб», хожу, занимаюсь в данное заведение, и ребята пригласили принять участие в столь интересном мероприятии, как зумба. Я уверена, вечер будет достаточно очень сильно позитивный, море эмоций. Я не знаю, что нового, да все будет новое, потому что такого направления у нас в городе как таковой нет. Танцы – это всегда круто и здорово. Ритмичные движения, динамичная музыка и тонны эндорфинов. Таких, кто стоял бы в сторонке, не было, несмотря на то, что мастер-класс длился целых 2 часа. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5-й канал.